Йоркширский терьер – одна из самых популярных декоративных пород собак. Сейчас эти очаровашки живут светской жизнью. Ходят на выставки, в груминг-салоны, сопровождают своих хозяев повсюду. Но так было далеко не всегда. Йорки – это настоящие терьеры. У этих собак очень необычная история. Когда-то их предки были верными спутниками английских шахтеров из графства Йоркшир. Под землей они истребляли крыс и работали газоанализаторами. Когда в воздухе скапливалось большое количество взрывоопасного метана, они поднимали жуткий лай и предупреждали своих хозяев об опасности. Люди, которые положили глаз на эту породу, должны помнить поговорку про обманчивую внешность. За изысканностью и утонченностью скрывается настоящий терьер. Йорк может быть настойчивым и активным. Найти общий язык с этой собакой достаточно просто. Надо быть последовательным и не относиться к нему как к кукле. Это живое существо со своими потребностями и взглядом на мир. В обучении этих собак лично я серьезных проблем не вижу. Главное помнить, Йорк – это обычная собака. Да, и если вы думаете, что представители этой породы заводят исключительно гламурные красотки, то вы ошибаетесь. Большим любителем йоркширских терьеров является не кто-нибудь, а Сильвестр Сталлоне. Что касается здоровья, то здесь особых проблем у йорков нет. Вообще, маленькие собачки в этом плане крепче своих более крупных собратьев. Йоркширы – одна из самых миниатюрных пород. Встречаются малыши, которые весят меньше половины килограмма. И здесь возможны всякие проблемы. Такие дюймовочки – это все же генетическое отклонение. Самые большие опасности, связанные со здоровьем йоркширских терьеров, это различные переломы и вывихи. Люди, у которых нет большого опыта содержания таких собак, зачастую их просто не замечают. Не дай бог наступить на них. И еще, если вы держите на руках йорка, то ни в коем случае не бросайте его вниз, это не кошка. Результатами таких падений будут серьезные травмы. Ну и на закуску самое интересное. Если вам нравится плести косички, завязывать бантики и подолгу расчесывать волосы, то йорк, безусловно, собака для вас. Разнообразные расчески, резиночки, бигуди и папильотки, ножницы, машинки для стрижки, фен и куча специфических прибамбасов. Чтобы подготовить такую собаку для показа в выставочном ринге, приглашенные специалисты не спят ночами. Но есть и хорошая новость. Йоркширский терьер – длинношерстная порода и не имеет подшерстка. Это значит, что они практически не линяют. Их шерсть похожа на волосы человека в том, что она постоянно растет и редко выпадает. Поэтому, если вы не хотите участвовать в шоу или вам просто надоело возиться, то подстригите питомца покороче и будет вам счастье. Еще одна фишка, о которой невозможно не упомянуть, рассказывая о йорках, это их одежда. На любой вкус, цвет, фасон и кошелек прическу надо беречь. Друзья, пожалуйста, не забывайте ухаживать за шерстью йорка. Если его прекрасная шубка сваляется, то моментально получится один большой колтун, который будет невозможно расчесать. А отсюда дерматиты, неприятный запах и прочие проблемы. Итак, ни в коем случае не относитесь к йоркширскому терьеру как к забавной маленькой игрушке. Собака достаточно контактна и управляема. Конечно, песик должен быть окружен заботой и уютом, но это вовсе не означает отказ от прогулок и прочих собачьих радостей. Со здоровьем у них серьезных проблем нет. Нередко среди них встречаются долгожители. Но во избежание травм, особенно в темное время, смотрите, куда наступаете или садитесь. Тему ухода за представителями этой породы можно разделить на две части – уход и уход за шерстью. Правда, если отказаться от длинных причесок, то все будет гораздо проще. Йорки – собаки домашние и при желании могут сходить и в лоток, но разлуку с любимым хозяином они переносят тяжело.